смотрите сегодня. Спаун возвращается в лайн-ап шведской команды СК. Скоро должен состояться официальный релиз нового графического адаптера GeForce 9800 GTX. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим одну из тактик игры героем Доты Фантом Лансером. А также сегодня вам предстоит увидеть матч по Доте, в котором приняли участие команды Meet Your Makers и Amazing Gaming. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Организация CPL объявила о прекращении своей работы. На официальном сайте CPL сделано заявление, согласно которому все ивенты, запланированные на 2008 год, отменены. Напомним, что проблемы у CPL начались после потери главного спонсора. Турниры в 2006 году стали малозначимыми. Однако распад лиги начали предрекать после того, как явка на эти турниры не оправдала ожиданий. Клан Aras был создан в 1999 году. Парни играли в Warcraft 3 The Frozen Throne. Увы, спустя некоторое время клан был закрыт по неизвестным причинам. Однако сегодня клан был, что называется, реанимирован. В состав были набраны другие игроки, среди которых присутствуют также и два россиянина. Во главе стоит немецко-американский квартет из Source, Sweet, Star Koala и Stoke. Совсем недавно разработчики Blizzard Entertainment представили третью расу Старкрафта 2 – зергов. Теперь дело за малым, а именно представить на суд профессиональным геймерам новые творения, которые при помощи тестовых матчей подскажут, как сделать игру наиболее сбалансированной. Когда пройдут эти матчи и кто примет в них участие, пока неизвестно. Несложно догадаться, что это будут легендарные игроки со всего мира. Как сообщает один из информационных серверов, Абдисамат Мохаммед, более известный как Spawn, возвращается в лайн-ап шведской команды СК. Менеджер Counter-Strike подразделения Антон Будок говорит, что Get Right не достиг такого уровня, с которым можно выступать на турнирах, и поэтому, посовещавшись с известным прогеймером, было принято решение о возвращении живой легенды Спауна в состав шведской пятерки. Напомним, что игрок неоднократно был чемпионом различных ивентов. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим одну из тактик игры героем Доты Фантом Лансером. Никакого особенного закупа в начале игры не нужно. Можно, конечно же, купить пару брасеров, чтобы быть потолще. Но при правильном контроле нам сойдет пару танго. Можно купить курицу или попросить это сделать товарища. Затем задержать своих крипов, чтобы они были поближе к Зигу. Это даст нам маленькое преимущество перед врагом. И не забыть про контроль, потому что наш герой не самый толстый в игре. Стараемся добивать своих крипов, чтобы лишить денег и опыта своего врага. И, конечно же, добивать чужих, так как деньги нам еще понадобятся. Как начать атаку? Первым делом кидаем копье. Потом переходим в ближний бой. Нам активно помогают тиммейтеры, и общий враг умирает. За нами погоня. Что делать? Кидать копье и резко идти в другую сторону. Как мы видим, наш враг вынужден отступить. Кушаем дерево и продолжаем действовать в том же духе, не забывая про контроль. Используем курицу. Она может нам принести много полезных вещей. Например, бутылочку лечения и маны. Бутылочка, сапог и 4 венка – вполне приемлемый закуп для нас. Добавляются и мана, и здоровье, и урон с броней – все как нам нужно. Ну и, конечно же, скорость бега. Теперь начинаем копить на более сильные артефакты. Например, радианс. Сперва нужно купить Sacred Relic. Накопив золото, мы идем покупать наш артефакт. Если у вас мало здоровья, то лучше сходить на базу. Наша курица приносит свиток радианса. Теперь мы очень опасны для врагов. Ведь радианса наших клонов также наносят урон врагам, а клонов у нас очень много. Эффект ульта. По нам очень тяжело попасть. И вот Свен промахивается несколько раз подряд, что нас и спасает.
Теперь с радиансом и хорошим контролем мы легко снесем любой зиг и убьем любого героя. Ну, почти любого. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Эта клавиатура рассчитана в первую очередь на продвинутых геймеров. А также сегодня вам предстоит увидеть матч по Доте, в котором приняли участие команды Meet Your Makers и Amazing Gaming. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Два универсальных пульта от компании Logitech, Harmony One и Harmony 1000, позволяют управлять 15 девайсами в вашей квартире. Сенсорные экраны с подсветкой делают навигацию по меню простой и доступной, а эргономичный дизайн обеспечивает удобство и комфорт при работе. Интерактивная база пультов поддерживает более 225 тысяч устройств. Можно управлять видео и аудиотехникой, даже светильниками и бытовыми приборами. Одно нажатие кнопки – вот все, что нужно. Компания Microsoft выпустила клавиатуру с подсветкой для геймеров. Она имеет 10 дополнительных клавиш и 2 ролика прокрутки. В верхней части – накладка из полупрозрачного черного плексигласа, не несущая никаких функций, кроме декоративных. Тем не менее, в глубину клавиатура из-за нее больше почти на 6 сантиметров. Механизм возврата клавиш традиционный, ход до срабатывания средний, ощущение от него четкое. Клавиатура оказалась очень комфортной при повседневной работе и в играх. Скоро должен состояться официальный релиз нового графического адаптера GeForce 9800 GTX от компании NVIDIA. Видеокарта, базирующаяся на созданном по 65-нанометровой технологии чипе, относится к разряду производительных решений уровня Radeon HD 3970X2 с 1024 мегабайтами памяти и призвана заменить собой модель GeForce 8800 GTX с 768 мегабайтами памяти того же типа. Клавиатура Eclipse рассчитана в первую очередь на продвинутых геймеров. Она позволяет заметно разнообразить свой внешний вид за счет регулируемой по цвету и яркости подсветки клавиш. Специальное напыление отталкивает мелкую пыль, что значительно увеличивает срок службы. Имеется 12 дополнительных программируемых клавиш. Клавиатура оснащена USB-хабом, выходами для наушников и микрофона. Угол наклона является настраиваемым по желанию пользователя. Приветствую вас, дорогие телезрители! Сегодня нам с вами предстоит увидеть матч по Доте, в котором приняли участие две очень известные команды. Это команда Meet Your Makers и Amazing Gaming. Состав команды Meet Your Makers. Кай Хани Ханбукерс, 18 лет. Якоб Майлк Тофт Андерсон, 21 год. Бен Мерлини Ву, 20 лет. Брайан Мане Стэнби, 23 года. Вальтер Кок Лу, 21 год. Хани контролит Шадоу Приста, Майлк Бристлбека, Мерлини Варлока, Мане Чаус Найта и, наконец, Пок Джакиро. Против них выступают Хасан Ремстар Бар, 22 года. Пу Виспер Ли, 19 лет. Дэвид Кинг Лу, 21 год. Мэтью Док Кайзер Книзаки, 22 года. Джем Руар Я, 23 года. Ремстар играет за Шадоу Финда. Виспер за Санд Кинга. Кинг за Мирану. Док Кайзер за Свена и Руар за Акашу. Игроки занимают свои позиции. Хани и Майлд на левом фланге против Руара. На центре Мерлини против Док Кайзера и Ремстара. На правом фланге Пок и Мани сражаются против Виспера и Кинга. На шестой минуте долгожданный Фёст Блад. Мирана точным выстрелом убивает Чаус Найта. Активная борьба за территорию вынуждает Свена идти на левый фланг, потому что Акаше очень сложно сражаться против Шадоу Приста и Бристлбека. Этим смещением Свен оставляет Шадоу Финда одного, тем самым давая ему возможность быстрее раскачаться.
Красочная битва за центр. Обильное использование магии, предметов и всего, что только можно. Мития Мейкерс пользуется ветрами, отрезав Санд Кинга от битвы, уничтожив почти всех соперников. Акаше удается сбежать, используя Блинк, так же, как и Санд Кингу. Важное сражение происходит на левом фланге. Масса действий в одно время и в одном месте. И Мития Мейкерс оказывается сильнее. Трипл килл в исполнении Мерлини. Затем Мития Мейкерс сносят последнюю башню на стороне и убивают героев, которые выкупились, а после сносят оба барака. И еще один потрясающий ход со стороны ребят из Мития Мейкерс. Смещение на центр. Помощь своим крипам и снос центральной башни, а затем барака. Невероятные действия со стороны стражей. Никто не думал, что у них получится переломить ход игры. И, наконец, финальная битва на правом фланге. Снова Мития Мейкерс превосходит своих врагов, не оставляя им никаких шансов. Amazing Gaming сдается, и Мития Мейкерс выходит победителем. Очень интересная партия, очень неожиданный исход. Хочется отметить игру Мерлини и Майлка. В частности, именно они сломали ход игры и повернули удачу к себе лицом. Финальный счет сражения 21-21. Хоть по фрагам ничья, но по игре явно победили Мития Мейкерс. Хотя сперва Amazing Gaming казались порядком сильнее. Поздравляем команду Мития Мейкерс с этой нелегкой, но очень красивой победой. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.